Вот сегодня утром пришел, все разобрал, все доски. У них вот такой вот брус был 100 на 150. И этот брус теперь уложен одним концом на бревно, то есть на стену эту. А другая сторона этого бруса тоже уложена вот на эту вот стену. Все. Как только уложили, расстояние взяли. Вот смотрите, вот этот брус не просто так поставили, а вертикаль взяли и 2,5 сантиметра увели туда. И теперь вот этот размер мы нашли от этого бревна, и вот этот размер здесь параллели сделали, все отметки сделали и уложили вот этот вот брус. Теперь он лежит параллельно этому бревну, и теперь можно доску туда опять вкладывать и закручивать саморезами к этому брусу. Здесь что у нас получилось? Доску выбросили, новую уложили, и вот эту доску теперь изменили. Она была длинная, укладывалась вон туда, теперь она врезана в этот брус и туда никак не уйдет, потому что она просто здесь вот врезана, показываю. Если косоура теперь будет укладываться на вот эту доску, она никуда не туда и не сюда пойдет. То есть будет держаться очень хорошо. Здесь сделал уровень. И вот уровень вышел вот в эту точку. Здесь спилил. И вот эта доска. Вот эту доску пришлось вот здесь вот строгануть. Вот сострогал и доску туда вбил. Она вбилась очень хорошо, но пока не закрепил, потому что она будет туда-сюда гулять. Здесь вот эти две доски, то есть получился как бы брус из двух досок. Я тоже опять спилил аккуратно. Еще раз буду пилить. Здесь упор будет хороший для косоуры. То есть все изменил. Даже здесь я сделал разметку для косоуры. Здесь выпиливал такой вот угол, горизонтальный и вертикальный. И тоже изменил этот угол. Но все осталось на одном уровне. Вот представляете, какую я работу сделал сегодня утром. Вот если бы я бы установил, конечно, лестницу и убежал, а им бы пришлось бы туго. Они бы просто тут замучились бы работать. Они бы эту работу просто бы не сделали, скорее всего. А может бы и сделали, но очень бы сложно. А сегодня мы это все сделаем. Туда доску, сюда лишнее отпилим. Все, потолок здесь будет. Здесь доска будет устанавливаться. И будем смотреть на этот уровень всех вот этих вот досок, чтобы уровень был. Если уровень ниже будет, мы здесь подложим просто-напросто и все. А здесь доска будет уже половая доходить вот до этого места. А здесь еще будет вагонка прибиваться вот таким вот образом. А потом, когда вагонка забьется, вот тогда и будет устанавливаться эта лестница. А вагонку можно забить, хотя бы вот столько забить. Вот такое вот расстояние забить, где сама косоура будет закрывать вот эту часть этого бруса, вот эту часть. Вот, представляете, изменился сегодня утром. Пришлось все переделывать. Там долбил. Там спиливал, тоже долбил. Но мусора было очень много. Очень много. Это кошмар. Были опилки, которые просто стали трухой. Раньше сыпали эти опилки, делали как бы утеплитель, потому что здесь была крыша, чердачное помещение, и они как бы утеплили, чтобы как бы тепло, что ли, было. А стала теперь труха и запах от этой трухи. Вот что значит утеплитель с опилок. Со временем это все делается одной трухой и запах невыносимый. Пока.